песни, танцы, веселье и радость. Сцена сибирской медиагруппы стала подарком барнаульцам на день рождения их города. А в день рождения, как известно, дарят лишь самое лучшее. А потому барнаульцев радовали яркие танцевальные коллективы, а также зажигательная кавер-группа «Зизи Поп». Ой, вообще все супер, очень нравится музыка, то, что живая, это вообще прекрасно. Настроение классное. С днем рождения, Барнаул! Но и рядом со сценой было чем заняться. Работала фотозона, где все желающие могли сделать модное 3D-фото. Агентство недвижимости «Жилфонд» предоставило возможность барнаульцам помечтать, нарисовав или раскрасив квартиру своей мечты. Здесь же можно было бесплатно сфотографироваться с хаски и в течение нескольких минут получить готовый магнитик с фото. Автоцентр «Реал» провел розыгрыш призов среди владельцев автомобилей марок «Субару». Погода просто маленько подвела, а так все замечательно у нас. Как бы все организовали на высшем уровне. За Субару. Кульминация программы – народное караоке. Сотни барнаульцев спели хором любимые песни, а кто петь не хотел, с удовольствием потанцевал.